Он сказал, я не буду строить домик, построил из солома. Да? И построил себе домик из солома. Вот работа, да? Да, и стал в нем жить. Пожелать. Ему было тепло, там хорошо. Ну, сказал, что я построю домик из палок. Построил домик из веточек, набрал хворост и построил себе такой вот дерево дом. А второй братец был очень усердным, да, и трудолюбивым. И он построил дом себе. Настоящий замок, да? Лежал и стал в нем жить, уже добра. Наступила осень, стало холодно, волку стало нечего есть, и он решил сожрать поросят. Появился волк. И он увидел младшего брата, который играл на губной гармошке. Волк увидел его и погнался. И он спрятался в соломенный домик, да? Но волк был очень сильным. Он никогда не курил, да? И поэтому у него были очень хорошие легкие, да? Он вдохнул так. Сдул соломенный домик. И поросенок оказался даже без одежды в одних труселях. Да? Волк погнался за поросенком. Поросенок в панике. Помнишь, паника, да? Бежал и спрятался к братцу своему в деревянный домик. Волк попробовал опять дунуть. Но деревянный домик не поддался. И тогда волк решил взять хитрость. Нормально. Он переоделся в овцу. И сказал, здравствуйте, поросяточки, здравствуйте, свиночки. Пустите меня, пожалуйста, от слова волка. Брат, ты были глупые, да? Да. И пустили его. А волк ворвался, сломал их домик и погнался за ними опять. Они бежали, бедные поросята. И почти догнал их волк, но они спрятались в домик, в замок своему старшему брату, да, который построил себе каменный дом. Волк и так, и дул на него, и кидался, но все было нипочем. Каменный дом был очень крепкий, да? Нет, несмотря на то, что волк был очень сильный, он не смог. И тогда волк решил залезть через трубу. Он забрался на крышу, но старший брат был же умный, да? Он получил высшее образование, да. И он понял, что волк хочет пробраться к ним через трубу. Он услышал, как волк ходит по крыше. И тогда он сделал хитрость. Он подвинул кипящий котел прямо под трубу. Волк залез и упал прямо в него. И ошпарился. Да? И пули вылетел из этой трубы. Так, и убежал. И стали с тех пор поросята жить вместе. Помогли своему брату построить большой-большой-пребольшой дом. А волк им больше не говорит. Хорошая сказка. Пойду я, зайка, одеваться на войнушку. Да?